Who's the best boxer in the world? No, now. Lomachenko, Triple G, Mikey Garcia. Manny Pacquiao. David Kaminsky. David Kaminsky. Мы будем начинать или как? Я тебе заплачу это, Саня, на деньги. Ты возьми за Юлю, 130. А я тебе отдам. 130. They say that vodka connects people, is that true? It's only one thing that connects some people. You have to try. See that? Yeah, that's see that motherfucker. These Russians don't play. Don't play. Russians don't play, huh? Yeah. Russians don't play. Russians not play. Who's the best boxer in the history of Russia? Me? No. You? Okay. What's your name? Nikolai. Okay, guys. Давайте работать, в общем, да? Большой работа. Берем мяч. В общем, значит, что? Мячик сюда берем. Смотрим на себя в зеркало. Смотрим на себя в зеркало. Берем место. Мяч берем подбородок, да, где наша голова должна быть? Окей, берем нашу стойку. Берем нашу стойку, да. Немножечко колени согнуты, начинаем майлить. Вспоминаем, да. Вот здесь назад, вот здесь заканчивается. Вот уже значит, понял, что вот ты его час. Вот. Может, спина влияет? Ну, много еще два дня вообще спина так не делает. Много чего влияет. Мне кажется, сейчас у тебя кровь туда пошла, понимаешь? Старые травмы всегда вылазят. I don't know, if Russian public watch us, привет всем. Привет. Привет всем. Пока. Больше движения, смотри, да, получается, ты массу перетягиваешь с задней ноги на переднюю. Как бы немножечко даже, знаешь, как ножку чуть-чуть прям разгружаешь вообще. Ага. Саш, больше постарайся вот вращение корпусом. Да. Вот это. Одно плечо назад, другое вперед. Одно назад, другое вперед. Да. Ага. И добавляем сейчас джеб. Окей? Стоим. И начинаем добавлять джеб. Чук. Ага. Добавляем джеб. Нет, джеб. Не кросс. Один удар. Левый. Да. Теперь добавляем скорость к этому джебу. Нормальный джеб теперь идет. Да. Двигаемся. Не на каждое движение можно. Можно там пропустить пару движений, но в конце хороший джеб нужен. Двигаемся. Саша, больше плечами, больше корпусом. Вот это движение. Да. Если можешь, если тебе спина позволяет, то больше. Если нет, то да, я понимаю, да. Ага. Да. Так. Добавляем правую руку теперь и начинаем шагать вперед. Добавляем правую руку с шага вперед. Да. Так, голова прижата, локти закрывают, туловище. И поехали, ручки собраны, да. Left, right, there you have it here at the Sport Club in Russia, trainer Slava training the next generation of Russian fighters with the Russian training style. EsNews Boxing.com, Elie Seckbach reporting.